Аясян, Армения моя, нет песень сама, капец ударяй. Праздник родного языка армяне, проживающие в Самарском регионе, отмечают ежегодно. В концертную программу включены стихи и песни на армянском языке. Ведь язык помогает сохранять историю, культуру, традиции народа. Мы считаем, что родной язык – это один из важных компонентов нашей армянской культуры. И мы обязаны бережно сохранить и передать молодому поколению. И это, нам кажется, что это относится не только к армянскому народу, но и ко всем народам, которые проживают в Российской Федерации. Инициаторами мероприятия выступили Самарская региональная общественная организация «Армянская община» и Союз армянской молодежи при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. В первую очередь к участию в таких праздниках стараются привлекать детей, молодежь. Здесь они могут не только познакомиться с родной культурой, но и продемонстрировать свои таланты. У нас по всей области 5 значит, в разных городах региона воскресных школ. И мы хотели бы, конечно, чтобы дети был некий взаимообмен, взаимодействие, чтобы дети показали то, чему они учатся в течение года. И это очень важно для нас. Участникам мероприятия напомнили о создании армянского алфавита ученым и священником Месропом Маштоцем в 405 году. Первая книга, которую Маштоц перевел на родной язык, была Библия. Это способствовало укреплению христианской религии среди армян. Слава Богу, что есть эта возможность нашим детишкам давать эти знания и, конечно, знать свой родной язык. Это наша культура, это наша история, это наша вера, это наши отношения, уважительные отношения к нашим предкам. Неизменной частью армянского праздника является игра на древнем музыкальном инструменте дудуке. И, конечно, не обошлось без национальных армянских танцев. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.